В Челябинске пожарная машина провалилась в лужу и не смогла подъехать к горящему дому. Инцидент произошел в Курчатовском районе по улице Шлюзовой. По словам жильцов, загорелся соседний дом. Очевидцы вызвали огнеборцев. Но на подъезде к дому они попали в дорожную ловушку. Техника просто увязла в грязи. 3 дня тому назад у нас по нашей улице пожар. Первая пожарная проскочила, а вторая застряла. Все. А если бы эта самая первая не проскочила, люди бы там бы сгорели, всякое могло произойти. Местные жители винят во всем коммунальщиков. Говорят, они уже несколько месяцев не могут починить водопровод. Вода в буквальном смысле полностью размыла дорогу. И теперь тут не проехать. Люди надеются, что эти кадры увидят чиновники. Ведь если случится большое ЧП, подогнать сюда технику не получится.